Самарская область на несколько дней стала центром антифашистского движения. Не только России, но и других стран. На международный фестиваль «Гитара в строю» приехали гости из Франции, Германии, Великобритании, Испании, Никарагуа. Между Россией и Никарагуа существует давняя дружба, и мы услышали этот призыв, чтобы поддержать русский народ. И поэтому мы приехали. Международный фестиваль «Гитара в строю» проводится в преддверии Дня Победы. Старт ему дали на самой большой площади Европы – площади Куйбышева. Отсюда стартовал мотопробег, в котором участвовали байкеры международного мотоклуба «Ночные волки». Участники проехали по центральным улицам города. Завершился пробег у обелиска Славы в поселке Курумыч. Все, кто приехал сюда, у них сердце принадлежит России. Вот сейчас, вот такое сложное время. Потому что для каждого из них это тоже поступок. Вот мы знаем это по себе, знаем по своему мотоклубу, по своим отделениям, которые у нас находятся в Европе и везде. Поэтому мы уважаем это, очень, эти поступки этих людей сегодня. Главная идея фестиваля – солидарность в борьбе с проявлением фашизма. Со сцены до самого вечера звучали патриотические музыкальные композиции на самых разных языках. На фестиваль приехал и гость из Шотландии Джимми Макрей. Артист вышел на сцену в национальном шотландском костюме и с волынкой в руках. Для меня это большая честь быть сегодня в эти дни в Самаре. Я очень благодарен и горд тем, что меня пригласили выступить именно на антифашистском фестивале в Самаре. В день открытия фестиваля на площади пришли сотни самарцев и гостей областного центра. Вот всегда мне бабушка даже рассказывала: мир, труд, май, но сейчас вот ощущаю, у меня тут и мир, и труд, и май, и все-все вместе. Поприветствовать самарцев и гостей города пришли глава областного центра Елена Лапушкина и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Нет распространения нацизма на нашей земле. Нет распространения нацизма в мире. Вместе мы сила. Пока мы едины, мы непобедимы. А с нашим народом сегодня весь мир. Я это точно знаю. Международный фестиваль «Гитары в строю» прокатится по всей Самарской области. Завершится он 6 мая. Гости смогут не только послушать музыку. Важной частью проекта станут дискуссии, круглые столы и лектории. Светлана Тимофеева, Галина Топилина, Григорий Плешаков, Игорь Казановский. События.